На прошлой неделе около аварийных перекрестков города легко можно было заметить молодых людей в желтых жилетах с светоотражающими элементами. Волонтеры БРСМ переводили через дорогу, а порой и напоминали пешеходам о том, как правильно нужно переходить оживленную зебру. Как оказалось, далеко не все горожане помнят, что кроме прав у них есть и обязанности. Подходишь, говоришь, что вот такая акция проводится у нас в Бресте. Они не верят, говорят, что вы говорите. Такого не... бывает, но не часто. Вот. И говорят... Мы спешим, нам некуда. И просто бегу через дорогу, несмотря там, едет машина, не едет. 60 тимуровцев на 30 аварийно опасных перекрестках города. Несли дежурство в часы пик с 5 до 8 вечера. Совместная профилактическая акция «Вместе за безопасный переход» пока носит экспериментальный характер. Однако уже сегодня планируется проводить такие мероприятия 4 раза в месяц с участием добровольцев БРСМ. Основная цель данного мероприятия – это профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Мы надеемся, что такими мероприятиями нам удастся снизить количество ДТП с участием пешеходов, ну и количество потерь в этих авариях. С начала года на территории Брестской области было зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. Последствия печальны. 5 человек погибло, 28 получили травмы различной степени тяжести. Как правило, основная причина того, что пешеход оказывается под колесами автомобиля – невнимательность и беспечное поведение на зебре. Акция «Вместе за безопасный переход» безусловно временно исправит ситуацию. Однако только о степени сознательности и серьезного отношения к правилам дорожного движения пешеходов и водителей вероятность оказаться на лобовом стекле или под колесами железного коня будет сведена к минимуму.